В минувшее воскресенье страна голосовала. В России прошли около 7 тысяч выборов разных уровней. Кого и где выбирали в нашей республике и как прошел единый день голосования в следующем репортаже. С 8 утра и до 8 вечера на 149 избирательных участках республики шло голосование. Выбирали 10 глав разных поселений, 7 депутатов районного уровня и 16 представителей собраний депутатов поселенческого уровня. А в Козловском районе выбирали, кто будет представлять район в Госсовете республики. На выборах в Госсовет победил Никаноров Александр Николаевич с большим перевесом. Он набрал почти 68% голосов. На остальных выборах из 33 мандатов 27 получили кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия». Один мандат, это в Красноармейском районе, получила партия КПРФ. И пятеро самовыдвиженцев победили на различных выборах. Основной результат этих выборов – то, что они прошли в спокойной, такой вот компромиссной, бесконфликтной обстановке. Жалоб было минимальное количество. В выборах могли поучаствовать около 57 тысяч избирателей. Однако голосовать пришли чуть более половины. Вероятно, другая половина избирательным участкам предпочла грядки. Явка на выборах была порядка 57,5%. По нашему мнению, во многом в этом виноват сентябрь. Если бы выборы проходили в другое время, то явка должна была быть процентов на 10 выше. Перенести единый день голосования на более удачное время можно, однако решают это на федеральном уровне. Судя по всему, пока об этом речи не идет. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.